на люке и ждать. Да пошло оно нахер. Говно, блядь. Ох, я вообще хорошо знаю эту карту. Я Лично так я вот. в мейн попытаюсь. Не, ну если тут будет крик, конечно, нам будет попроще, потому что на белом фоне его видно заебись. Блять, Майерс. Прямо на меня. Пизда нам. Высу. Еще один беззвучный ублюдок. Угу. А он был в мейне, между прочим. Кто там шкерится в мейне? Майерс вам всем даст. Блять, мне нравится анимация. Сквозь стену снег летит. Ну как это, блядь? Идет. Блять. Нахуй. Идет. Так, я влачу губигу. Блять, он ударит. Через окно, сука, ну. Ну как так? На самый крайний. Что, он не может меня поднять? Блин, как может он трахедонный? Че он так долго меня поднимал? Попасть не мог? Не видел? Может... По-моему, здесь прямо около лачуги крюк был, он его не заметил. Может, я сейчас вырвусь? Прикольно вырвался. Бегу. Я бегу в мейн. Сахарчик, берегись. Он идет за тобой на второй этаж. Блять. Упал. Упал, да. Видит меня? Молодец, Захарчик. Он теперь, наверное, за тобой идет, да? Он насасывает, насасывает, беги, Захар. Не попадайся ему на глаза. Так, теперь... какой ген выбрать? Плохая. Не понимаю. Тоже что-то долго несет себя, да, Захар? И встал, и сука. Вот гнида. Быстро вычиниваем, пока он не уйдем. Жестко чиним. Если он не отойдет, все, Захарчик, F. Да, стоит рядом, не отходит. Мигель, ты там сидишь? Да. Не жди, иди чини. У Захара хоть подсвечивается, это очень хорошо подсвечивается. Если он уйдет, мы будем видеть. Мы сразу пойдем и спасать его. А, я, кстати, последний ген даю. Чуете? Понятно. Так, открывай эти. Не открывай до самого конца. Так, у меня фонарик, если что, есть. Там 99%. Я попытаюсь его переагрить. Давай, иди сюда, говно. Или ты попытаешься переагрить. Ага. Ну давай. Снимайте, я увожу. Захарчик.
Нет еще. Беги в те ворота, нормально. Не надо, не надо, беги к воротам. Бегите, беги, ворота открывай! Быстрее! Где он? Где сматываемся, он? Сматываемся! Он за мной к воротам он идет. Ворот? Я другие тогда открываю. Не побегу к вам далеко. Все, мы съебались. Он сейчас к другим воротам пойдет. Открывайте быстрее. В воротах? В воротах стоит? Да, наверное. Беги к другим, Захар. Уйти не можешь. Беги ко мне, напротив, прямо напротив, другие ворота около трактора. Лоус. А, за. У нас получилось.